Skyway. Полное название – Eurasian Rail Skyway Systems. Крупный холдинг с мощным потенциалом, объединивший в себя компании American, African, Eurasian и Australian Rail Skyway Systems. Вся деятельность холдинга сводится в реализацию инновационной транспортной системы второго уровня. Принципиально новый подход к транспортным инновациям позволяет поднять путевую инфраструктуру Skyway на второй уровень, что очень важно. В таком случае людям, то есть нам с вами, остается поверхность планеты, покрытая цветущими садами, лесами и полями. Это, в свою очередь, дает вам, вашим детям и последующим потомкам возможность безопасно гулять пешком, не опасаясь гибели под колесами автомобилей и поездов. А началось все 38 лет назад, в 1977 году. Именно тогда белорусским ученым и изобретателем Анатолием Эдуардовичем Юницким был создан абсолютно новый подход к организации транспортировки пассажиров и грузов на планете Земля. Иными словами, 38 лет назад была создана высокоэффективная, безопасная, доступна каждому система транспорта Skyway. Анатолий Эдуардович Юницкий – создатель инноваций, а также ряда транспортно-инфраструктурных проектов на основе струнных технологий. Президент группы компаний Skyway и генеральный конструктор высокоэффективной транспортной технологии. В арсенале автора более 200 научных работ, 18 монографий и порядка 100 изобретений в сфере строительства, транспорта, машиностроения, электронной и химической промышленности. Новизна изобретений Юницкого закреплена российскими, евразийскими и зарубежными патентами на изобретения. В 2001 году технология строительства рельсо-струнной путевой структуры и опор, основные узлы и элементы грузового транспорта прошли успешную апробацию на испытательном полигоне, построенном в городе Озеры Московской области. Несмотря на очевидный коммерческий потенциал и заинтересованность научного сообщества, реализация проекта не была осуществлена из-за конкурентного влияния и практически полного отсутствия финансовой поддержки со стороны официальных структур. И, казалось бы, уже нет пути дальше, но сила воли и убежденность Анатолия Эдуардовича Юницкого не дала опустить руки. Он был абсолютно уверен в мощном потенциале экологической и экономической полезности его инновации для всего человечества и планеты Земля в целом. Эта уверенность движет им и сейчас. Благодаря современным информационным технологиям для финансирования проекта и его реализации запущена система краудинвестинг – альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала от широкого круга микроинвесторов. Благодаря этой системе финансирования создано мощное проектно-конструкторское предприятие с высококвалифицированными специалистами, располагающееся в городе Минск, Беларусь. На сегодняшний день этими мастерами активно и открыто ведется строительство экотехнопарка на участке площадью 35 гектаров рядом с городом Марьиногорка. Экотехнопарк – инновационный проект по созданию действующего промышленного образца принципиально нового вида глобальной транспортной системы Skyway. Именно здесь, в экотехнопарке, реализовывается и сертифицируется система Skyway, а также будет продемонстрирована заказчикам со всего мира в трех транспортных инфраструктурах – высокоскоростная, городская, грузовая. Вне всяких сомнений, инновационной транспортной системе второго уровня Skyway быть. Какие выгоды ожидают вас от реализации высокотехнологичного инновационного проекта 21 века? Узнайте, нажав на раздел «Инвестирование» внизу под этим видео. Также, если вам удобнее знакомиться с информацией в текстовом формате, нажмите на раздел «Инвестирование» вверху сайта.